Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Футболку украинского музыканта-лидера группы Скрябин Андрея Кузьмы Кузьменко продали на благотворительном аукционе. Вещь легендарного артиста приобрели за 255 тысяч гривен. При этом стартовая цена лота составляла 2000 гривен, а минимальный шаг 500 гривен. Об этом сообщили в Instagram благотворительной организации. Если бы кто сказал нам, что мы соберем такую сумму с одного аукциона, то пришлось бы этого человека проверять на адекватность, прокомментировали в организации. Вырученные средства пойдут на авто для ВСУ и в благотворительный фонд им Кузьмы Скрябина, занимающегося закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!